Так. Что? Назовите союзника России. Значит, кто? Батька? Так, батька наш великий союзник. Весь, назовите. Отвечаю, весь не западный мир. Весь не западный мир. Между прочим, ФБР создали специальное подразделение, которое будет расследовать российский след. Слушай, а Рейтерс опубликовал исследование, Китай, что Россия участвовала в вмешательстве. Вообще слышали, что такое БРИКС? Слышали, что такое БРИКС? Нет. Вам знакомо это? Ну, я понимаю, вы работаете на ЦРУ, вам это неинтересно, да. Значит, сам признался, поэтому я сам не выдумываю, да. Поэтому... Могу подтвердить. Я встречался с директором Бреннаном в Вашингтоне, в центре. Я и так вижу, зачем мне подтвердить то, что я вижу уже давно-давно, да. Ну что, мне опять, что ли, обращать внимание? Я встречался с Тони Блэром в том же самом чудесном центре. Задал ему вопрос о сотрудничестве России и Запада с террористом. Сергей Сергеевич, а вы все-таки... Вот, подождите, пожалуйста. Ему скоро в Америку ехать. Да, я скоро на 5 лет уеду в Америку учиться. Кстати, на деньги программы глобальное образование. Государственная программа. Чем вас от всей души поздравляю. Спасибо большое. Знаете, господа, давайте мы все-таки с большим нетерпением буду ждать отъезда Сергея Сергеевича в Америку. Пусть лучше он там учит молодых людей, чем в России. Вот, хорошо, Сергей Сергеевич, все-таки по поводу вот этих вот... Мы вас будем провожать цветами, Сергей Сергеевич. Да, другой Сергей Сергеевич. Да, на странице, я извиняюсь, там отчет идет дней, правильно, Сергей Сергеевич, да? У него идет обратный отчет дней до отъезда. Хорошо, да. Все-таки по поводу переговоров. Не надо так. Сергей Сергеевич... Трамп – это Рейган 2.0. Он еще подсыпет перцу в штаны кремлевским обитателям. Самое важное, что Штаты никогда не пойдут на...